Смотрите, подписчики, какая приколюха. Берем баночку с под горошка, вот такую вот. Расследуем дырочку. Вставляем шнурок от старых берцев. Это, как вы думаете, что это такое? Это маночек на лося. Мочим вот этот шнурок и делаем вот так. Становимся на бугор в ясную погоду, осенью, в октябре, когда у них будет. И вот так тянем. Звук слышите? Придет лось, ну, может быть, беременная лосиха. То есть, слышите, да, вот это такой звук лось издает, когда у него гон начинается. Можно еще ветки ломать, может быть, выйдет. Оглядывайся только назад, если присоседится, мужики, хрен уйдете. Ладно, кому понравилось, попробуйте, повторите. Конструкция очень легкая. Может, вам повезет. Всем пока.